Всем привет, друзья, меня зовут Альтер, вы находитесь на канале Check It Out, а это прослушка. Сегодня мы с вами слушаем несколько синглов, которые вышли вот совсем недавно, в пятницу, но для начала немного о музыке 36. Так, что хотелось бы сказать. Очень радует в последнее время лейбл музыка 36, выпускают синглы постоянно, тут новый артист появился. Вот, представляют песни и Райда, и Кали в ожидании альбома от Трувера, от группы Скриптонит. Я думаю, ну, скоро все это подоспеет. Очень крутой артист Айоко. В общем, в 2020 году лейбл прям очень круто радует. Очень классные синглы. Надеюсь, то, что до конца года они нас будут радовать релизами. Также хотелось бы увидеть клипы. Хотелось бы увидеть клипы группы Скриптонит, потому что они очень красивые, эстетичные, такие цвета крутые. И вообще, ну, весь подход очень крутой. Вот. Повторюсь, альбом Трувера ждем. Хотелось бы посмотреть на Тайоку клип именно. Что еще? Что еще? Райда, по поводу Райды. В последнее время что-то, ну вот, треки, которые он выпускал, особо не вкатывали по стилю. Ну, старый Райда мне нравился больше. Вот. Так, MD тоже не видно пока, не слышно, но думаю тоже что-нибудь представит. Ладно, давайте не будем тянуть. Начнем слушать Baby Mama. Летний сингл, мне кажется, будет стиль, похожий на то, что было у Райды в «Кошке-мышке». Не знаю, но давайте слушайте, короче. Погнали! Прикольно. Танцевальная тема. Ну вот, не знаю, не могу что-то принять. Много флоу напомнил Мияги Энди. Саунд неплох. Мне нравится то, что развивается постепенно, добавляется звучками. Ну, короче, это однозначно лайк. Чисто музло под конец. Так. Ну, особо не впечатлило меня, честно скажу. И сразу же весь вайб убил Райда. Но я уже объяснил, почему. Не могу принять почему-то. Мне кажется, ему надо не в этом направлении двигаться. Не знаю, может, они думают то, что он как-то наберет популярность благодаря этим песням. Но что-то мне кажется то, что это вообще не его. Скриптонит, как всегда, конечно, неплох. То есть, ну, как, хорош. Вот, но слушать из-за Райды, ну, типа, добавить себе, нет. Я не смогу это все гонять в плеере. Я буду ее переключать. А так, ну, больше всего мне понравилась музыкальная составляющая. Это не просто тупо бит, ну, это прямая бочка. Весь трек и одно и то же. Здесь идет постепенное нарастание, что очень-очень-очень даже хорошо. Вот, и говорю как эксперт какой-то. Ну, короче, видели, в принципе, мою реакцию, особо меня не впечатлило. Наверное, как-то так на этом треке закончим. Пойдем дальше.
Так, Завет и Бульвар Депо. Не знаю, кто такой Завет. Слушаю чисто из-за депошки. Посмотрим, что это такое. Такое чувство, то, что надо чуть-чуть громче голос. Чё? Половину вообще непонятно было, что там напевал Завет. В общем, депошка все то же. Ничего нового, по сути, не услышал. Секстейп — это сайд-проект грязного Рамиреса. Так просто интересно послушать, чё. Неплохо, неплохо. Джакалип Море. Пропустил, конечно, я у него эпишку. Не знаю, вот интересно или нет. Вот я сейчас думаю просто, Джакалип вот на месте Райды был бы неплох тоже. Слушался бы нормально. Из-за голоса, может, или чего ли, не знаю. Ну, не знаю, скучновато, скучновато. Не знаю, давайте дальше слушать. Аника, Criminal. Так, ну-ка, чё? Трувер использовал именно Criminal Аника. Что? Это не нинтендовская или тема? Прикольно. А это уже новенькая, да? Так, напомнила песню Нюши, Чудо. Классно. И саунд хорош. Вот это клевый летний трек. Криминал, конечно, по теме. Но классно то, что перепел трек Nintendo. Долго, конечно, искал. Ну, вспомнить не мог, там, такие строчки или нет. Ладно, идем дальше. Лимба. Не одна. Первый раз, по-моему, я слушаю Лимбу. Примерно знаю и слышу уже с каждого утюга это в Иксо, и в ТикТоке, везде, короче. И еще какую-то песню. Не помню, но вот первый раз слушаю его трек. Но продакшн хорош у него. А так сказать, что он оригинальный какой-то, нет. Есть и MD, есть Dose. Тут никакой реакции вы не увидите, поэтому я не знаю, не будем даже слушать. Я особо такую музыку не слушаю. Последний трек на сегодня, просто по приколу. Я Гусейн Гасанов, Джарахов. Простой припев. Прям Моргенштейн стайл. Ну лайк Джараху за этот трек. Короче, единственный клевый трек это Аника Криминал. Все, мне особо что-то все остальное не вкатило. Так, у нас тут Слава КПСС есть «Белые ночи». Давайте его еще заценим. Давно его вообще не слушал. Не слышал. Не. Блин. Ну почему у него тоже танцевальное что-то? Все на этом. Ваше мнение по поводу треков, какие зашли, какие не зашли.
мне, ну, все, что было мне интересно, я прослушал. И в итоге Аника сегодня у нас лучший трек прослушки. Ваше мнение в комментариях, ставьте лайк этому видео, подписывайтесь на канал, если не подписаны. Спасибо всем за просмотр. Всем пока. Check it out.